почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литель, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Мне несказанно повезло, дорогие слушатели, я стала обладателем новой книги известной писательницы, прекрасного журналиста, лауреата премий Грина и Крапивина, педагога Ирины Краевой «Правила завязанного шнурка» или «Строгий постельный поход». Сразу напомню, что Ирина Краева родилась в Кирове, и мне даже посчастливилось с ней работать на одной кафедре. Она успешно защитила диссертацию по Набокову, все предвещало путь филолога, но у Господа свои планы. Ирина Краева, безусловно, один из талантливых и заметных современных детских писателей. У нее своя неповторимая стилистическая манера. Она чувствует остро и объемно каждое слово, как будто пробует его на вкус, словно леденец перекатывает на языке. И это превращается в такую игру смыслов и метафор, что открываются новые эстетические поля. Безусловно, сказывается ее пристрастие к журналистике и филологии. Сейчас детских писателей много, но по-настоящему интересных, состоявшихся, зрелых, самобытных, как во все времена, единиц. Еще Ирина Краева обладает только ей присущей интонацией, с грустинкой и смешинкой. Она удивительно современна. Как только ей это удается, к любому поколению детей, хоть книжному, хоть кнопочно-гаджетовому, безошибочно находит подход. При этом она не неустанный хранитель семейных ценностей с мамами-папами, бабушками-дедушками, со всеми пряниками, заботами, волнениями, а еще с невероятной добротой и отзывчивостью. И нет у нее ни пресного нравоучительства, ни занудного морализаторства. Вот это и делает ее книги «Калямба», «Внук Одежды Петровны», «Баба-Яга пишет», «Дети неба» незабываемыми. Миша, герой «Правила завязанного шнурка», заболел. Но что мешает совершать строгий постельный, нет, не режим, поход? Ничего, если у тебя потрясающая бабушка, в прошлом тренер гандболистов, а теперь метательница вкусных пряников, чудесный дедушка, рыболов и знаток «Правил завязанного шнурка», бесстрашный папа, устранитель катастроф и всяких природных катаклизмов и очаровательная мама, которую всех таки тянет защищать. Мише предстоит сразиться с сущим безобразием и понять, что, как говорит дедушка, не научился шнурки завязывать, не ходи на битву, тебе важно победить, честь по чести или тяп-ляп сойдет. Ты что, кое-каки? Ничто несешный человек? А еще Мише придется подружиться с трехглазым сущим безобразием и переименовать его в молодец, отгадать множество смешных загадок и спасти 70 молодых крокодилов. Но самое главное – вылупить самого везучего на свете Птера Васю. Чудесная книга о дружбе, любви и жизни. Это «Правила завязанного шнурка» Ирины Краевой. 6+. Дай почитать.